Про женщину неинтересно уже рассказывать, не хочется потерять женщину, что делать. Не ссать, все, не ссать, теряй спокойно, расставайся, будь свободен. Быть свободным — это значит уметь расставаться с тем, за что держишься, как маленький мальчик, цепился в сиську или там во что-то, и боится отпустить ее. Вот страхи надо, взрослые люди, не дети уже. Понимаешь, что самое интересное в этой жизни — это избавляться от страхов. Это ключ к свободе. Вы говорите: свобода, свобода, вот нам не дают свободы, нам заущевляют. Ваш мозг пытается вас обмануть и увести вот ваше внимание от самих себя. А свобода, она у вас внутри. Когда вы разберетесь со своими страхами, когда вы научитесь от них избавляться, а как? Отпускайте. Вам страшно, а вы отпускаете. Вам страшно расстаться с девушкой, боитесь ее потерять, а теряйте. Если к этому все идет, если на вас динамит, морозит, исчезает, вас она это самое пытается контролировать, управлять вами, всяческие стучки, эмоциональные вот эти качели туда-сюда, отпускайте легко. Не то чтобы пошла ты нахуй, нет, ни в коем случае, никаких пошла нахуй. Она тоже не знает, что делать, она тоже не понимает, как ей быть, ей тоже страшно. Просто не обращайся на это. Ушла, все, звонит опять, начинает это самое. Чувствуете, если это напрягает вас, если начинается нервяк, не надо. Помогите ей, если сможете. Расслабьте ее, не вступайте с ней в конфликт, не выясняйте отношения, не пытайтесь доказать чего-то. Работайте над своей свободой. Не зависите от того, что вы должны быть всегда правы. Вот эта зависимость, самое страшное, желание быть правым. И во что бы то ни стало, везде это доказывать, свою правоту. Вот это и есть не свобода. Это та тюрьма, в которой вы сидите, но пытаетесь обвинить всех вокруг, включая Путина, вашу жену, тещу, друзей предателей, вашего работодателя. О, рэп получился. Понимаете? Понимаете? Это не свобода. Зависимым быть от своей правоты. Хуй с ней, отпустите ее. И хватит ссать, бояться остаться без сиськи. Хватит ссать. Отпускайте женщин. Внутри, здесь. Не то, чтобы пошла нахуй, еще раз говорю. Отпускайте. Она может опять придет, но вы уже начнете с ней по-другому общаться. Не спорьте. Она будет вынуждать, потому что ей тоже нужна ее правота. Она тоже от этого зависит. От реализованности своей правоты. Она зависит. Помогите ей тоже не зависеть. Как? Примером своим. Подайте ей пример вот этот вот. Что вы не спорите, что вы не доказываете, что вам не нужно. Но если она истеричка, если она царапает вам морду, если она набрасывается на вас, оскорбляет, ну, значит, надо ее как-то изолировать. Избавиться, потому что она не увидит, не услышит. Она воспринимает вас исключительно как источник сосание из вас, высасывание из вас крови. Или он, она или он, неважно. Не ссать. Не ссыте быть неправым, не ссыте быть один. Потому что вы, вот, когда вы один, это происходит хорошая перезагрузка. Вы понимаете, что вам нужно? Я вам скажу, что вам нужно. Вам нужны вы. Тебе нужен ты. Все. А дальше ты должен понять, что есть ты. Это весь мир вокруг тебя. Это и есть ты. Но только ты это не поймешь, пока не признаешь свою свободу. Пока не признаешь, что твой дом и есть ты сам. Ты твой дом, который ты ищешь, хочешь построить, купить, взять ипотеку, ограбить кого-то, обмануть, найти свое пристанище. Ты и есть твой дом, и то место, где ты находишься, где бы ты ни был, и есть ты. Травмы психологические есть у всех. Это элемент игры. Травмы нам раздали всем. Не думай, что ты такая или такой оригинальный, что у тебя травмы. Травмы у всех. Это
элемент игры, это условия игры, раздают нам травмы. И осознавайте это, выкарабкиваетесь из этого. Это интереснейший, увлекательнейший квест, игра. Одиссея ваша вот такая вот. Путешествие в мир таинственных событий, которые включают в себя детскую травму, потеря любимых, разочарование в святынях, идеалах, друзьях, потеря материального достатка полностью, обнуление, тюрьмы, войны, потеря всяких членов, я имею в виду ног, рук, все что угодно может с вами произойти. Игра, игра, играйте в это. Что бы с вами ни произошло, не подсаживайтесь на вот этот момент важности и серьезности того или иного явления, произошедшего с вами, или события, которое выражается там, не знаю, в чем, в увечьях, в отчаянии, в депрессии. Это все элемент игры.